Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Тукэп, видеообзор вот такого столика для лодки ПВХ. Вот нашего производства. Столик устанавливается в лодку. Откидная столешница увеличивает площадь, чтобы вам позволит спокойно перекусить, разложить снасти. Столешница поддерживает у нас газлифт, один из самых мощных, 120 ньютонов. Внутри стола у нас идет полочка, на которой можно установить аккумулятор, либо расположить какие-то снасти, еду и все, что вам понадобится во время рыбалки. Что еще можно сказать? Крепится данный столик, как и все столики нашего производства, вот на такую планку LegPass, которая устанавливается непосредственно снизу столешницы в том месте, где это необходимо, в зависимости от вашей лодки. Столик рассчитан на диаметр баллонов лодки от 41 сантиметра до 47. Вот на большинство лодок этот столик встает корректно, то есть не нужно будет переносить электрос. Но опять же говорю, у всех производителей лодок электрос может на разной высоте стоять, поэтому тут уж надо смотреть и примерять. Вот. Немножко по размерам сейчас скажу. Ширина у нас внутренняя 33 сантиметра, 24 сантиметра. Откидная столешница у нас 27 сантиметров. Общая высота столика вместе с бортиками 31,5 сантиметра. Полочка у нас находится на высоте 14 сантиметров от основания столика. Столик выполнен из ламинированной фанеры российского производства. Торцы пройдены акватексом. Вот такой столик, моделька номер 32. Столик был сделан по просьбе Вячеслава из Кемерово. Вот этот столик, в принципе, к нему и отправляется уже. А эту модельку также можно будет у нас заказать на сайте. Пока что она будет только под заказ. Дальше мы запустим эти столики уже в серию. Итак, понравился столик, можете оставлять заявку у нас на сайте. Понравилось видео, ставьте лайки, дизлайки, ваши комментарии. Подписываться не забывайте на наш канал. Будет много всего еще интересного. Всем спасибо, пока. Рекомендую.